приехала в парк Саманидов. Он находится рядом с цитаделью Арк в Бухаре. Здесь обещают аттракционы, потому что везде очень много разных игровых автоматов, аттракционов, машинок. Похоже, что по вечерам здесь полный аншлаг. Есть чем заняться, есть где посидеть в тени деревьев. Играет музыка, шашлык. Гранатовый сок здесь впервые увидел, выдавливают. И, ну, в общем-то, я приехала сюда ради озера. Ради озера, которое, говорят, является украшением этого парка. Скажите, пожалуйста, а сколько стоит катамаран за этот прокат? Прокат? Да. 50 тысяч большой. 50 тысяч большой? Это да. Сколько человек? Четверо. Четыре? А один человек, наверное, вдвоем еще, да? Вдвоем? Нет, вдвоем. Сколько стоит маленький? Один. Это один, хоть два. 50 тысяч. Один вес, ладно. Вот где дальше есть. Если хотите, может вместе. А, мы с вами вместе. Вы не можете. Если вы можете, вы сам. Ясно, поняла. Хорошо. Как признаются сами продавцы, торговцы, днем у них здесь сиеста. Город спит, прячется в тени дома. А вечером, когда жара спадает, весь народ высыпает на улицу, гуляет, отдыхает, пьет чай. Hi.
вот здесь комфортно, здесь свежо, здесь все охлаждает температуру, этот фонтан. Поэтому выбирая место, где вы будете отдыхать, пить чай, полный комфорт, еще пусть это будет только вкусно, красиво, пусть это будет очень комфортно. Здороваться со всеми, всех спрашивают, откуда ты. Нормальный такой, рабочий вопрос. На каждом углу практически это нормально. Привет. Вот такой он парк Саманидов. Добрый, душистый, ароматный, гостеприимный. Очень вкусный. Вечером, наверное, здесь пол нашего гостей, как я уже говорил. Они ждут гостей вечером. Когда спадет жара, будет прохладно. Хорошо
историческое место. Наверняка. Можно пройти? У нас кофе. Хорошо, а сколько стоит? 5000. Хорошо. И вот балка над дверью. Обратите внимание, двери новые, а вот балка над дверью. И там уже балка над дверью, вот это. Нет, вот над дверью. Над дверью. Там надпись, видите? Да. Вот это с 9 века. Это 9 век нашего. Да, это 9 век. Друзья, здесь удивительным образом выложен кирпич. Его выложили так, что получился узор. Укладывали специально. Посмотрите, какой потолок. Купол какой роскошный. Он выкладывался на стене так, таким образом, что получался узор. Чтобы твой. Ну что ж, продолжаю свое путешествие по парку Самоидов. Иду дальше. Парк действительно большой, огромный, всем места хватит. Салам алейкум! Салам алейкум! Что это? Исмаил Самани. Вот портрет. Портрет его? Боже, да. Какая красота! Вот. Так он это выглядит? И мавзолей. Он единственный правитель в мире, который от уровня правителя поднялся до уровня святого. В мировом истории впервые изобрел государственный аппарат управления по отраслевым министерствам. 10 дивонов, 10 министерств он изобрел. Вокруг арка он строит огромные здания, их размещает, расписывает их функциональные обязанности, а в самом арке он создает Даргохи Оли, президентский двор. Вот 12 век весь мир идет по стопам Исмаила Самани. Что касается этого здания, он построен над могилой своего отца Ахмада ибн Асада. А кто был Ахмад ибн Асад на историческом арене? Это единственный человек из Центральной Азии, который на руке имел грамоту от халифата для правления этими землями. Но его резиденция находилась в Фергане, в долине. Поэтому Исмаил Самани в 849 году родился в отцовском доме в Фергане, а умер в 909 году в Бухаре. Прожил всего 60 лет. Но когда он появился в Бухаре, когда он
обосновал Саманидскую империю, когда он в мировом истории впервые изобрел государственный аппарат управления по отраслевым министерствам. Ему было 25 лет. Божественный талант, божественные знания, божественный ум. Ему дали такой возможность, 35 лет правил этой империей. А вообще Саманидской империи они правили вокруг 130 лет этими землями. Впервые использован обожженный кирпич здесь. Когда в ваши глаза попадает алебастр, цемент, либо в других растворах, вы уже при себе должны делать вывод, это после реставрационных работ. Да? Там проходит трехродовый пояс. Да? Если вы замечали, посредине. Вот. Вот этот пояс, нижний час, после реставрации, это фото 34-го года архивный, а верхний час оригинальный. Тогда мастера, когда взяли на руки обожженный кирпич, не от того, чтобы оно было крепче, от удивления они использовали в растворе верблюжье молоко, использовали мед, использовали белок яйца. Да? Здесь, что интересно, в течение дня оно меняет цвет. Поэтому туристы, утром выслушивая лекцию, они в течение дня 5, 6, 10 раз приходят и с различных уголков снимают фото для того, чтобы еще раз убедиться, еще раз наслаждаться этими чудесами. И вообще из саманидской эпохи осталось для мастеров Бухары наследство такая методика, как когда строят любого здания, они всегда спрашивали, какое строят, летний, осенний, зимний. Почему? Потому что тогда атома нет, гидроэлектростанции нет, уголь нет. Единственный источник теплоты и света – это солнце и луна. Поэтому прежде чем начать работу, заложить первый кирпич, они минимум недели наблюдали за восходом солнца, траектория движения солнца, закат, исходя из этого ставили окна, исходя из этого ставили двери, исходя из этого дальше определяли толщина стены. Поэтому, если вы замечаете, там наверху, с этой памятником с четырех сторон, арковые там поставлены проемы, форточки. Их всего 40, на каждой стороне по 10. Но когда заходите вы внутри, там идет кладка кирпичей за этим форточком, по бухарскому лексикону называется гульдаста. Это перевод букетная кладка. Одно кладка не повторяет другого, одно букет не повторяет другого. Это не для того, чтобы образовать красоту, а переломить луч солнца, переломить луч луны, и там внутри появляется такая освещенность клетковая. Клетковая освещенность, оно в течение дня целый день оно находится в движении. Это клетковая освещенность. Вот. Оно целый день параллельно двигается солнцем. Образно говоря, солнце здесь взяло на себя ответственность дневного освещения, луна ночного до утра. И здесь, если революция совершилась 2 сентября 2020 года, то обнаружили памятники в конце 2022 года. Почему? Потому что было огромное кладбище вокруг этого. Когда Исмаил Самани появился на этих землях, сперва выкупил эти земли и в самом сердцевине построил это здание, а потом передал на общественное пользование. Да? Оно накануне революции с четырех сторон было сжато могилами и приподнято наверху. Вот. Почему так стало? Потому что в конце года его правления народы этой империи к нему относились не как к правителю, а поклонялись как святому. Он не превратился в святым, но поднялся до уровня святого. Потом он это построил над могилой своего отца, внук умер, внука захоронили. Когда он умер, его самого захоронили. Три захоронения находятся в подвале. То, что вы видели, одну могилу, это образ. Вот. Образ.
Почему так случилось? Потому что после его захоронения в этой большой империи пошла новая традиция. Люди преклонного возраста начали делать завещание перед детьми, что, сыночек, если я умру, мне похорони поближе к Исмаилу Самани. Вот. С самых из далеких мест вот, привозили на верблюдах труп своих родителей, чтобы исполнить их передсмертные завещания. Таким образом он упадет. Почему так народ поклонял? Потому что на это есть весомый аргумент. Первое, что до его появления в Бухаре отчим был развит между усобных войн. Он при появлении принес народам этой земли стабильность, взаимодоверие, взаимоуважение, мира, дружбу. И появился он не с мечом, а появился со знанием, наукой. В мировом истории впервые изобрел государственный аппарат управления по отраслевым министерствам. 10 дивонов изобрел. 10 дивонов. Отцовские накопления, дедовские накопления и государственные казны все истратил ради развития науки. Благодаря его и его соратников, учеников появились такие великие ученые мира, как Авиценна, Рудаки, Фирдауси, Абу-Райхан Бируни, Абу-Наср Фараби, это великий математик Аль-Хорезми и так далее, и так далее. И такой мудрый лозунг он говорил, тот человек, который научится писать и читать, этот человек наравне со мной считается правителем этой империи. Он имел двух целей. Весь народ поднят к грамоте приглашать, и те, которые следуют этим коридорам, их поддержат на уровне правителя. Вам здоровья. Вы очень интересно рассказываете. Как вас зовут? Да. Меня зовут Акар Ахмад. Я по профессии историк. Но у нас в Бухаре такая традиция. Говорят, сидишь дома, тебе стены съедают. Поэтому у меня две миссии. Одно вот книжная выставка, другое провести мастер-класс по истории самонидов. Покажите свои книги. Вот, вот здесь книги. Вот, вот. Здесь архив не это. Вот. Здесь есть и Амир Тимур. Вот здесь. Вот редкие книги. Здесь Бухара на русском, на английском, на французском языках. Оно считается подарочным. Вот. Все книги на русском. Вот. Ваш приезд был, чтобы не последний. Кайсы вилаятна? Казаннан. Казан, Татарстан. Ну, наша родня. Всем привет. Бухара. Бухара вас не забивает. И вы не забиваете Бухару. Спасибо, рахмет сизге. Вот такие удивительные люди в Бухаре. Ну просто сказка, ну просто сказка. Продолжаю свое путешествие по парку Симонидов. И передо мной предстают очень интересные ремесленники. Что-то они делают, остается такой звук молоточка. Может это заглашает? Может это кузнецы? Телбет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 елб
подавая гостя красивых посуд, красивые подачи и красивых посудов, красивые цвета. Для этого каждый элемент здесь имеет свое сегодняшнее значение. Граната – это самый, как часто вы видите во всех видах рисованных индустриями, потому что это символ, имеет много детей, символ. Или вы можете увидеть, например, вот такое животное. Мастер делает. На маленьком тарелке мастер нужно минимум 3. Друзья.